Уникальный уголок природы, очаровывающий красотой и чистым воздухом. Свой 140-летний юбилей отметил город-курорт Теберда. Для всех жителей и гостей были организованы спортивные состязания, кулинарные мастер-классы и яркий праздничный концерт. На празднике побывал и Алихан Лепшоков. Город-курорт Теберда является не только республиканской здравницей, но и жемчужиной в ожерелье курортов России. Сюда приезжают сотни туристов поправить свое здоровье и отдохнуть. Красота и мягкий климат города-курорта Теберда завораживает каждого посетителя. Это место – райский уголок и действительно является божьим даром, как переводится с карачаевского языка само название Теберды. Здесь множество природных достопримечательностей. В Теберду приезжают многие поправить свое здоровье в санаториях, которые находятся на территории курорта. Чистые источники – прекрасное озеро Каракёль является визитной карточкой города. К 140-летнему юбилею на Центральном парке в течение дня проходили различные праздничные мероприятия. Сами же жители и гости города поблагодарили всех организаторов за такое торжество и обратились со своими пожеланиями. Мы приехали на этот праздник из Ставропольского края, из города Благодарный, для того, чтобы посмотреть на этот город, на этот праздник, поздравить всех горожан его, пожелать им процветания, пожелать им удачи, успехов, здоровья, всего самого доброго. Все хорошо, нравится, организаторы постарались. Для детей, для взрослых есть на что посмотреть. В течение дня на празднике проходили различные спортивные состязания. В соревнованиях могли принять участие как дети, так и взрослые. Отрадно видеть, что многие жители Теберды проявляют свой интерес к спортивным дисциплинам и активно участвуют в них, отмечают организаторы. У нас сегодня проводятся спортивные мероприятия, дисциплины стрельба из лука, поднятие гири, колташ, ну, метание камня. И армспорт. Самая аппетитная часть праздничного мероприятия – это кулинарные мастер-классы. Здесь каждый мог попробовать вкусные хачины, сочное мясо баранины и, конечно, традиционный свежий напиток айран из огромного чана. Это прекрасная традиция – отмечать День города. И так приятно нам видеть радость в лицах наших тебердинцев, уверяют старожилы курорта. Очень много приезжих. Нам приятно, когда они общаются, приезжают, да, и традиционные блюда вот бесплатно все дают, все идут, кушают, радуются. Это уже приятно. Гражданам нашей большой страны я желаю крепкого здоровья, долголетия, успехов в труде и воспитания подрастающего поколения. Его торжественный концерт открыл приветственным словом от главы республики Рашида Темрезова заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Мурат Сюинчев. Главное богатство Теберды – это ее жители. Трудолюбивые, гостеприимные, которые бережно хранят и приумножают дарованную природой красоту. А с приходом в город курорт природного газа, уверен, у жителей появится еще больше стимула для развития малой родины. Также поздравил жителей Теберды и мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов. Здесь живут по-настоящему добрые, искренние, щедрые, гостеприимные люди, которые чтят традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Ежегодно город-курорт Теберду посещают более 400 тысяч туристов. Победителей и призеров спортивных состязаний ко дню города-курорта Теберда отметили почетными грамотами и денежными призами. Завершились торжественные мероприятия ярким праздничным концертом с выступлением артистов Карачаевского городского округа. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Теберда.